весны, рожденный в 45-м, мир не забудет никогда. День Победы начался в Щелкове с возложения цветов к мемориалу воинской славы на Гребенской горе. Открыл церемонию настоятель храма преподобного Серафима Саровского, священник Виталий Крикота. Всем нам есть кого вспоминать и есть что помнить. Помнить о подвиге нашего великого русского народа. Давайте все вместе провозгласим вечную память вождям и воинам, кто жизнь свою отдал на поле брани. И нельзя сегодня не вспомнить тех ребят, кто сегодня также отдал свою жизнь, защищая рубежи нашего Отечества. На митинге присутствовали представители администрации городского округа, депутаты окружного совета, совета ветеранов, прокуратуры, сотрудники градообразующих предприятий, юнармейцы. Хочу от имени всех ветеранов поздравить наших горожан с замечательным светлым праздником Днем Победы. Здоровья, счастья, благополучия, удачи, радости жизни. Победа всегда будет за нами. Мы преклоняем свое колено, отдаем свое сердце. С праздником! Память павших почтили минутой молчания. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.